Женщин красивых стриптиз. Ну кто же придумал занятие анонизм? В ванной закроюсь и свет интимный включу. Воду открою и тихо-тихо дрочу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Туда-сюда, туда-сюда. Чем тут занимаюсь я? А значит, никогда и не отругает меня. Лучше тихонько писюн своей ванной дрочить, чем каких-нибудь шмар в квартиру водить. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не будет обломов, не будет на сердце тоски.